Приветствую вас на канале Like Carp, и в этом видео буду делать методную прикормку. Она себя хорошо показала, я использовал ее вот в этом видео по ловле крупного карася леща. И что же нам для этого требуется? У меня здесь 700 грамм кукурузного жмыха, я его слегка раздробил на кофемолке, чтобы были более мелкие, более крупные частицы. Нам также потребуется собачий корм. Это собачий корм с витаминами, есть еще кошачий с витаминами, кому как удобно. Дело в том, чтобы наша прикормка была не пустышкой. Если в ней будут содержаться витамины, то, разумеется, рыбе это больше понравится. Особенно сейчас сентябрь, буквально через 2 недели будет уже середина сентября, и будут уже прохладные ночи и теплые дни. А это значит, что мясные продукты будут нам только кстати. 20 грамм Рио, птичий корм, дробленый, и 200-300 грамм панировочного сухаря. Цена вот такой пачки 30 рублей. Но если остается хлебушек дома, я высушиваю и потом на кофемолке его передроблю и в пакетике. Так более экономно получается. А также в качестве ароматизатора я буду использовать, так сказать, сухой ароматизатор. Это будет самый обыкновенный кисель. Дело в том, что у него есть и цвет, и вкус, и запах. Буду использовать малинку. Она себя прекрасно показала. Итак, смешиваем все наши компоненты, перемешиваем и потом сделаем тест на растворение в аквариуме. Собачий корм. Панировочный сухарь я буду сыпать на глаз. Если даже его чуть больше насыплю, это ничего страшного не будет. Птичий корм. И киселя я добавлю примерно на 1 килограмм полпачки. Его надо будет хорошенько растереть, чтобы не был таким куском. Мнется он легко, мягенький. Все, теперь тщательно перемешиваем. Все-таки решил вес высыпать, потому что тут получилось немного больше килограмма. Вот так растираем его. И перемешиваем. Если кому нужен, чтобы был он какого-то другого цвета, то надо сухарь покрасить. Либо заливать каким-нибудь ликвидом крашеным. Все. Сейчас я пересыплю в удобную для меня емкость и сделаем тест. Итак, сейчас замешаем буквально на один разочек. А вот эта часть уже пропущена через сито. Видите, поднимается вверх шлейф мелких пузырьков.
Кому полезно было данное видео, ставим лайк и подписываемся. Всем ни хвоста, ни чешуи.